Эскалация ситуации вокруг Сирии, безусловно, приведет к экономической нестабильности, к политической, а в дальнейшем, конечно, будет способствовать экономической нестабильности. Поэтому политика и экономика идут вместе. И, конечно, сгорание такого масштабного конфликта, который, безусловно, имеет отношение не только к Сирии, но и ко всему арабскому миру и к Израилю, это будет крайне негативный сценарий. Россия, на мой взгляд, занимает очень взвешенную позицию. Президент Путин недавно ее изложил в интервью, она очень четкая. Мы хотим прежде всего получить достоверные данные относительно, что там происходит, а потом уже принимать какие-то решения. Нам кажется, что американская сторона, естественно, сегодня взяла курс на военные действия. Ну и я повторяю, для бизнес-сообщества, которое всегда предпочитает мир и спокойную работу по развитию экономики, безусловно, это будет очень негативный сценарий развития.